Всем привет, друзья! Вы на канале Skyt of Games, и это небольшой новостной ролик касаемо будущей игры War of the Worlds — Война миров. Собственно, что хочется отметить, то что разработчики пока молчат, особо никакой информации нет, но поступило кое-что интересное, то что скоро нам покажут очередной геймплей с закрытых тестов разработчиков и патреонов War of the Worlds. Также есть информация, что игра все-таки выйдет уже в январе следующего года, возможно, чуть раньше. Есть некоторые проблемы с переходом на новый игровой движок. Также скажу, что в основном игровые функции и все прочее патреонами проводится и проходит достаточно очень даже хорошо. Лучше, как говорится, поздно, чем никогда. В ролике мы увидим с вами закрытые скриншоты с тестов, которые опубликовали в Дискорде патреоны, и многие, скорее всего, не видели, но мы посмотрим их и удивимся, и увидим будущее данной игры. Также хочется отметить, что в игру привнесли новые погодные условия. Помните, я как-то вам рассказывал о них? Это штормовые предупреждения, то есть у нас будут ураганы и даже смерчи. По-моему, это очень круто, это оживит офигенно мир. В общем, смотрите и любуйтесь. Ждем игру.